50 миллионов тенге на возмещение ущерба. Координационный совет оппозиции Казахстана объявил митинги на 1 мая в 12 часов дня по всему Казахстану. Требование: возместить ущерб имущества из расчета 500 тысяч тенге за 1 квадратный метр жилья, что, например, на жилье 100 квадратных метров составит 50 миллионов тенге, в том числе и для дачных домов. Каждому, кто проживал в зоне наводнения, единоразово выплатить 1 миллион тенге, списать все потребительские кредиты, отменить утилизбор и сборы за первичную регистрацию, освободить всех политических заключенных. В Алматы митинг будет проходить в парке Горького у центрального входа, в Астане набережная памятнику Кенесары хану, в Шымкенте Арбат улица Бейбітшілік, в других городах, в областных центрах перед областными акиматами, в городах перед городскими акиматами. 1 мая в 12 часов дня митинги по всему Казахстану. Алга, Казахстан.